السلام، أدب إسلامي، إلقاء السلام واجب. Приветствую или же ассалям. Это, говорит, этикет мусульманина. И давать салям друг другу является обязательным ваджибом. Если кто-то, говорит, начал с тобой разговаривать без того, чтобы дать салям, не отвечаем. Точно так же салям является некой просьбой разрешения войти. То есть, когда ты хочешь войти, ты говоришь ассаляму алейкум. Можно я войду? فإذا سلم عليك وجب عليك أن ترد عليه. Если тебе дали салям, то становится обязательным тебе ответить на этот салям. نعم. السلام عليكم 10 حسنات. За вот эти слова ассаляму алейкум 10 наград человеку достаивает. ورحمة الله إذا أكملها هذه 20 حسنة. وبركاته 30 حسنة. Если он добавляет ва рахматуллах и милость Аллаха, да заслуживает 20 наград. Если еще и добавляет ва баракату, также благословение Аллаха, да заслуживает 30 наград. فما هو الافضل? Так что более достойно? تكمل السلام تاخذ 30 حسنة. Сказать совершенный полноценный салям и взять 30 наград. نعم. وانت ترد عليه بمثل ما سلم تقول وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. И человек тоже должен будет ответить подобным салямом и полностью эту фразу сказать وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. نعم. فها السلام هو تحيه اهل الاسلام. То есть вот этот салям это приветствие мусульман. يعني ما يمكن ان ياتي مثلا يدخل ويقول صباح الخير دبر الدين. نعم. То есть неправильно будет, если мусульманин ходит к мусульманину и заходит и говорит доброе утро и так далее, добрый день. Да, يسلم. Нет, он должен салям сначала дать. يسلم إذا دخل ويسلم إذا خرج. Дать салям, когда он заходит, дать салям полноценный, когда выходит. يسلم على أهله. Приветствовать свою семью. يعني بعض الناس يدخل على زوجته على أولاده ما يسلم عليهم. Некоторые люди заходят в своей семье, к своим детям и даже саляма не дают. وبعدين يقول في بيتي لا يوجد بركة. Потом говорит, ой, у меня в семье нет бараката, у меня в доме нет бараката. Турид барака, يعني اصنع الامور الشرعيه. Если ты желаешь бараката достичь, тогда руководствуйся шариатскими вещами. ومن تمام السلام المصافحه. Также из полноценности саляма пожать друг другу руки. لكن ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امراه لا تحل له. Однако посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям никогда не пожимал руки женщинам, которые не дозволены для него. Некоторые говорят, ну как, если это женщина в возрасте, чтобы не поздороваться за руку с ней, но это неправильно. Шейх говорит, тот, кто будет искать довольство Всевышнего Аллаха, даже гневя при этом людей, заслужит довольство Аллаха Субханаху ва Тааля и довольство. نعم, اذا لا يمكن اننا نرضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. Мы не можем искать довольство людей, чтобы они были довольны, что мы пожали всем руки и так далее, если за этим следует гнев Аллаха Субханаху ва Тааля. نعم, يسلم الصغير على الكبير. Также из этикета, что младший первый отдает салям старшему. ويسلم الراكب على الجالس لماذا حتى لا يتعاظم. نعم. Также тот, кто верхом или же допустим в машине едет, должен первый дать салям тому, кто просто идет, чтобы не возвеличиваться над ним. يسلم القليل على الكثير. Малая группа людей дает салям большой группе людей. وهذا عندما يكون في السيارة. Если допустим человек едет в машине. ويرى هذا موجود مثلا. И увидел кого-то допустим. То он просто. يصنع هكذا. Просто делает знак и все, ничего. هذا ليس سلام. Это не салям. أو يقول كذا. Или вот так. هذا ليس سلام. Это тоже не считается لابد салям. لابد يقول له بلساني. Обязательно. حتى وإن كان ذاك يعني لا يسمع يقول السلام عليكم. Обязательно должен произнести языком, даже если он далеко и не слышит, хотя бы сам себе должен сказать саляму алейкум. وهذا يعني حتى ينتبه هو نرد على السلام يقول عليكم السلام. يعني بلساني لابد يرد. نعم. Второй также должен ответить, даже если далеко не слышит ва алейкум ассалям. يعني هذه الإشارة لا تكفي ليست بالسلام. Только лишь указание рукой или что-то недостаточно. نعم. إذن أخواننا نحن لابد أن نسلم لأن السلام له فوائد كثيرة منها المحبة بين المسلمين الألفة.
Поэтому шейх говорит, братья, мы обязательно должны между друг другом распространять и давать салям, потому что за этим следуют прекрасные плоды из них. Это любовь и сплоченность между друг другом. Иногда говорит, вот мы какую-то сухость между братьями замечаем и так далее. Возможно, по причине того, что вы мало салям друг другу даете.